Эх, сейчас бы пиццу. Что за бред? Это типа я болванку себе заказал, да, и делаю из нее типа вещь какую-то серьезную. Вот это масха. Ля, сука! Ого, облико! Это сука, блядь. Здорово, Валера, белый сосед. Оцени плечо мое, с барбера пришел. 2к отдал. Пусть еще чат оценит. Ссылка новая вставляется. Отправлю свое ВК. Я тебе по итоге /vk.chat/dazie 3222. Ай, блядь! Смешно, сильно. Мне завтра в школу идти. Я школьник, я долбоёб. Мне 16 скоро. Я уже взрослый. У меня уже хуй стоит. Брат, сука, брат. Что за брат? Ой, сука, концепция слабая. Спасибо, братан, сейчас послушаю. Ой, блядь, брат. Да, блядь, сука. О, сука, я шоколадка. Блядь. Не, ну видео сильно. Вот реально видео сильно, здесь базара и скалы, только одинак полный, здесь реально очень сильно сжать. Ты, сука, гениальный чел, реально полную хуйню сделал и мне понравилось, это круто, я молодец. Сука, это понял, вот это ж намек, то что когда я секретку включал, да, когда я вот эту одевал свою, вот эту бандитку, это намек, да.
Я только не пойму, почему во всех роликах у тебя я получаюсь плоским каким-то. Это типа намек, то, что я типа, ну, плоский какой-то, типа по уму или что? Или так просто графика? Не, ну, не пойму, реально, бля. Тут написано на каком-то языке непонятном. Смешно, как сильно. А мне завтра в школу идти. Я школьник, я долбоёб. Ну, я понял, ясно. Ну, здесь этот, как он, концептуальный дисбаланс, да, этот момент называется, типа кек, кек момент, да, это типа тогда, ну, получается, типа, ну, с намеком таким тонким, что типа я долбоёб. Да, вот это вот этот момент, именно так вот можно его интерпретировать, то есть момент дебилизма. То есть получается кек момент. Ну, типа, я как бы, ну, крутой такой, да, когда здесь сижу, да, такой у микрофона. А как вот эти пришли, я типа раз, и это, да, типа один и тот же чел, да, типа, фу, блядь. Мне 16 скоро, я уже взрослый, у меня уже хуй стоит. Короче, в дурку положили, да? Я понял. То есть в итоге я в дурке оказался. Я понял. Не, подожди, а почему негр сидит за этим всем наблюдает? Почему? Я понял, это типа, который сарай у меня был, да, и сарай, типа, сбежавший, который... Не, ну, концепция здесь, конечно, хорошее видео, да. Я такой параши, честно, не видел нигде, поэтому ты классно сделал это видео. Это реально супер. Тебе сердечко однозначно получил. Сердце, пасеку, сердце, молодец, братан, молодец. Сердечко плюс подписка на бро, спасибо, все, молодец. Да.